Фамилия? Князев. Вы у гражданки брали 37 тысяч рублей? Да. В чем задача вот как раз вот этих всех мошенников? Нам нужно установить вашу личность. Проходите, присаживайтесь. Я уже понимал, о чем идет речь, что все клиенты, которые... Угу. Они где-то останутся старыми. Поэтому вы решили, как говорится, раз там уже не это, дайте еще 37 тысяч возьму. А, то есть вы все-таки не Князев или Князев? Зайцев, да. А, Зайцев? Да. А почему Князевым назывались? Как теперь вас зовут, скажите? Зайцев Владимир Владимирович. Вы действуете как мошенник. Я на будущее говорю, вы передай своим, что всем им не работать. И вы еще и фамилию скрыли. Когда действует юрист порядочный, ему нечего стесняться и стыдиться. Он называет свои все персональные данные, он заключает договор, работает, прописывает предмет договора и работает. В вашем случае действия абсолютно схожи с мошенническими действиями. Мне нужно 2 месяца, скажем так, чтобы рассчитаться с ней. Я готов отдать, я не отказываюсь. Друзья, меня зовут Вадим Серов, мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. У меня бывший муж, он должник по элементам с очень большой суммой. И я хотела посмотреть в интернете, вот, какие новые законы по поводу элементов, и я зашла на юридический сайт, вот, и там высветилось у меня окошко, что мы предоставляем все юридические услуги, и телефончик, мы вам перезвоним, оставьте свой номер телефона, мы вам перезвоним. Ну, я оставила свой номер телефона. Девушка мне перезванивает, что московская фирма, вот, там юристы, все, они вам помогут. Дала мне адрес, это Манежная, 1А. Все рассказала, как идти, все, и там меня якобы встретит Князев. Это было 25 января вот, 2020 года. Я ему рассказала всю свою ситуацию, на что он сказал, что все замечательно, мы все выиграем, все. По договору я дала 16 тысяч. То есть и по этому договору какие вам должны были оказаны быть услуги? Это исковое заявление. Вот, потом переправление всех как, запросов. Подача заявлений, да, в органы, в судебный пристав, да, и в пенсионный фонд, правильно? В пенсионный фонд, он мне сказал, потом к судебным приставам, это юго-западный район, и к областным судебным приставам. Вот, вот эти все три заявления были поданы. К разным да, судебным приставам. Какие услуги вам уже успел оказать к этому моменту? И к какому моменту вообще? Ничего? Ничего, просто вот исковое заявление, потом мне приходили мне на мою почту вот эти вот все как бы ответы, и все, я ему это предоставила, и он на основании этого сказал, что мы теперь начинаем в суд переправлять с этими, со всеми ответами. Угу. Вот, собрав какое-то количество документов, он сказал, что нужно как бы доплатить 37 тысяч ему. Это когда он об этом сказал? Это было... Наверное, в начале апреля, он мне сказал. То есть в марте, как потом нам стало известно, организация уже не работала, на этом адресе они съехали. В апреле он сказал, что необходимо доплатить 37 тысяч рублей для подачи заявления и представления ваших интересов, правильно я понимаю? Да, в суде, да. Угу. Так, вы ему где отдали эти деньги, какого примерно числа? Мы отдавали где-то 18, по-моему, апреля. Мы отдали, он сказал, что давайте встретимся на нейтральной территории, вот, где вам удобно. Мы встретились в дом быта, там аптека рядом, вот, и мы зашли в аптеку, я была с дочерью, вот, и мы передали ему, сначала, наверное, недели раньше я передала ему 5 тысяч, вот, а потом остальные 32 тысячи я ему передала. И все, я у него попросила, где чеки, и все, он сказал, вот курьер сейчас переправляет документы, вот, и все квитанции, все это будет, все уже будет оформлено. Но никаких документов, ничего не было, чеков не было, ничего вообще не предоставил. И еще момент по поводу, значит, искового заявления, на которое пришло определение о неустранении. Да, 5 мая мне пришло это самое, ответ из суда, что отказ. Вот, что нужно в течение 15 дней устранить все как бы недостающие документы. Вот, я Князеву звонила,
Тут же я сразу, я получила просто это письмо, сразу вскрыла. Я начала ему звонить. Я дозвониться ему не смогла. Он трубки не брал, ничего не брал. Я ему и через WhatsApp ничего. Вот. Затем он мне перезвонил и сказал, мы ждем возврат документов из суда. То есть он не стал устранять эти Он не стал устранять, я не смогла с ним вообще. В течение 3 недель я вообще с ним не смогла никакой связи вообще найти. То есть вы звонили, звонили, он не брал трубку? Он совершенно. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Да давайте вот здесь это хотя бы. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Что дальнейшее у нас будет действие? Вот я эти сейчас вот подредактирую иск вот по новой направлению. А что там не так? Если я не ошибаюсь, мы не приложили им ответы от судебных приставов. То есть нам судья в определении четко пишет, что у нас нет доказательств, подтверждающих то, что нам судебные приставы отказали либо бездействовали. А скажите, пожалуйста, почему изначально, когда вот я вам сказала, почему вы туда не пошли и не это самое? Куда не пошли? Ну, в суд. Они же сказали, там в течение 5 дней можно. Зачем? Было, пусть они возвращают документы, ничего страшного. Потому что в любом случае им донесешь, они не примут. Они по почте только принимают все это. А почему мы тогда, Владимир Владимирович, послушайте, ну такие деньги я вам отдала, и 37 тысяч, это все. Ну как, я думаю, у вас все уже будет это сделано. Это процессуальные моменты, это ни от вас, ни от меня не зависит. Поймите, они судьи, тоже люди очень важные. И да бывает, порой приносишь им наручно, они даже принимать не хотят. Присылайте по почте. Ну, присылайте по почте. Ну, тоже я с вами созвонилась, вы у меня даже трубку от меня не брали. Ну, как это? Просто еще со всеми этими самоизоляциями. Да какая самоизоляция? Вы же тоже понимаете. Для меня это тоже, как бы, извините, не копейки. Я понимаю. Ну, Ирина Владимировна, если уж вы проявили капельку доверия, наберитесь немножко терпения. Да я понимаю, но я от вас не могу ничего добиться. Понимаете, через какое время вы только вот ко мне это самое... Отлично. Самое главное, я же вам написал, пусть высылают нам на адрес. И все, я с вами потом не могу никак это самое, не созвониться, ничего. Ну так тоже, ну кто так делает? У вас документы все с собой? Да, наверное. О, нет, это наверное. Не те документы. Я сейчас пойду другие, потому что изначально я здесь с одними документами, по-моему, я им это оставила. Сейчас это возьму. Мне и так, знаете, сколько проблем? Что я случилось? Уже не знаю. Давайте мы хотя бы эту проблему решим. Хорошо. Потому что у меня... Денег, извините. Да при чем тут деньги? Я, может, так хоть что-то подсказать. Извините, для меня эти деньги, которые я вам отдала. Я понимаю, про что вы говорите. Но для меня это большие деньги. Сейчас, может, что-то подсказать, там, я не знаю. Я надеялась, что у нас хоть это будет какое-то, хоть что-то движение. А у нас вообще получается. Там такой перечень документов, которые мы не донесли. Основные документы мы им все приложили. Какие приложили? Там затребование идет от того, что сумма долга. Я же вам спросила, я же вам не зря приносила это. Сумму долга. Вы даже по сумме долга не приложили. Сумма долга будет рассчитываться у нас в любом случае на момент вынесения решения. Я понимаю, но он-то запрашивает судья, чтобы на основании ничего видеть. Он же долго не видел. Я так понимаю, вообще он просто взял и отложил. Да судье мы сейчас 100 тысяч напишем, и что, ему это ничего не даст? Почему? Сумму долга он запрашивает. Сумму долга он запрашивает у судебных приставов, чтобы они ему предоставили расчет в суд. Что-то вообще я не понимаю, потому что половина документов не было. Ну вы же изначально-то знали, что если мы подаем на приставов, да, значит у нас изначально должно быть заявление. Угу. И на какого пристава мы подаем жалобу? У нас, во-первых, на советский отдел судебных приставов, ну, ответчик. Ни одного этого самого пристава не было прописано. Для чего? А как? А на кого мы У нас руководитель, у нас в любом случае управление будет ответчиком, потому что советский отдел судебных приставов, они заявят ненадлежащего ответчика. Это все уйдет на управление. Управление будет ответчиком у нас. И, возможно, даже передадут это все в Ленинский потом. Потому что Ленинский управление, это Ленинский район подведомственности. Да они там отписались просто. Сейчас я вам документы вынесу, да. Потому что я сейчас не те взяла документы. Как его там? Как вас зовут? Здравствуйте. Владимир. Владимир? Да. А имя, господи, Владимир. Фамилия? Князев. Князев, да? Скажите, пожалуйста, вы у гражданки брали 37 тысяч рублей? Да. Брали, да? Конечно. Правильно понимаю. А за какие услуги? За подачу искового заявления в суд и представление ее интересов. Так, смотрите, какая ситуация получается. А я так понимаю, вы работали совместно
с фирмой, которая сейчас уже нет на месте Манежная 1, правильно я понимаю? Совершенно верно. Совершенно верно. Смотрите, она заключила там договор. 16 тысяч отдала. В том числе и за исковое заявление в договоре так прописано. Есть такой момент. Есть такой момент. Вот скажите, пожалуйста, за что тогда вы взяли деньги, 37 тысяч дополнительно, помимо 16 тысяч? За представление интересов Ирины Владимировны в суде первой инстанции. Скажите, вы оказывали какие-то ей услуги на данный момент? Было подано исковое заявление, которое нам вернули для устранения недостатков. Вот смотрите, значит, было подано исковое заявление в рамках заключенного договора, где заплачено 16 тысяч, правильно? Нет, в первом договоре было четко прописано. Он был единственный договор. И было прописано в договоре, вам даже сейчас, если вы его не видели, не лицезрели, написано, вы же в рамках этого договора и работаете. Вы же связались в рамках этого договора, только попросили доплатить. Так вот, исковое заявление там было написано. Подготовка документов, да, исковое и в том числе заявление. Искового заявления. Совершенно верно. Да, так вы говорите, вы, значит, подали исковое заявление, то, которое в рамках того договора было совершенно подготовлено. Верно, я его подредактировал и направил. А я у вас спросил, какие вы услуги оказывали. Вы фактически сейчас пока еще никаких не оказывали. Правильно я понимаю? То есть у нас суд вернул исковое заявление для устранения недостатков. Вот. Все, мы это выяснили, отлично. Значит, следующий момент. То есть вы фактически пока никаких услуг не оказывали, ждете, когда вернется. Вернулось. Так вот, а сначала, прежде чем вернуть его, сначала было определение вынесено судом для устранения недостатков. Совершенно верно. Вот, скажите, пожалуйста, а почему в сроки, которые установил суд, вы не устранили эти недостатки? В данном случае мы же в процессуальном плане вправе, скажем так, получить документы на руки, суд нам направляет. Так, мы устраняем недостатки и повторно направляем. Смотрите, дело в том, что вам же описали в определении, какие недостатки нужно устранить для того, чтобы не осталось оно без движения, а продолжить. Вам, чтобы не возвращали. В итоге вы что сказали, гражданке? Чтобы вернули, значит, материал, то есть устранять мы их не будем, устраним, когда придет. Зачем? Вот зачем растягивать вот эти самые, опять подавать? Почему вы так не сделали изначально? Для этого и суд определение выносит, чтобы устранили. Почему вы этого не сделали? В процессуальном плане это же допускается, нам суд возвращает. Нет, вы по процессуальном плане вы можете как по определению устранить, так и заново подать, когда вернется. Совершенно верно. Да, так вот я и спрашиваю, для клиента, зачем это нужно было, если можно было обойтись тем, чтобы вы устранили, и дальше бы продолжилось бы, или просто это бесперспективный иск? Суды, что значит бесперспективный? Ну, я вот и спрашиваю. Суды же не рассматривали в этот период все равно никаких исковых заявлений. Подождите. Как они не рассматривали? С 12 мая началось рассмотрение. Определение вам вынесли, чтобы устранить. Причем здесь рассмотрение? Определение вынесли еще раньше. Так и устранить? Но назначили заседание, назначили бы уже после карантина. А сейчас что получается? Дождались, пока вернутся документы. Сейчас заново опять подавать уже с устранениями и ждать опять судебного заседания. И так с завалом, исходя из того, что вообще обстановки какая. И так большие завалы в делах. Проблема в том, что вы оттянули. И следующий момент. Мы установили, что вы фактически пока что не оказывали никаких услуг. Значит, соответственно, смотрите. Следующий момент. Значит, 37 тысяч вы подтвердили. Вот на данный момент в ваших услугах гражданка не нуждается. Для этого вас и пригласили. Поэтому было по этому поводу написано заявление в полицию о том, что вы ввели в заблуждение гражданку. В чем я ввел в 37 тысяч вы, скажите, вы ей сказали, что это подача искового заявления. Ничего. Вы только что сказали за подачу искового заявления, что вы и взяли деньги. Да, но за исковое заявление это уже оплачено. Но это еще первым договором было оплачено. Все верно, так это первое заявление первое исковое заявление вы и подаете. Все верно. Так зачем вы за него еще раз брали? Нет, в первом договоре была подготовка документов. А он единственный договор. Заявления. Есть второй какой-то еще договор? Совершенно верно. Какой второй? В рамках 37 тысяч в данном случае. Так, который... Вы договор какой-то передали? Вы заключили, подписали договор какой-то? Нет, еще в данном случае у нас вот вы говорите. Вот вы смотрите, вы не подготовили. Бывает как письменный, так и устный. Все верно. Так вот смотрите. Вы говорите про второй договор. Вы тогда уточняете, что он устный. Нет, секундочку, это все будет письменно. Подождите, будет, мы говорим про сейчас. Сейчас устный. Так вот, сейчас он устный. Вы уточняете. Первый договор, там было прописано в том числе исковое заявление. Совершенно верно. Верно. Вы его подготовкой, ну, соответственно, подготовка. А направление стоит каких-то денег, правильно я понимаю? Уже в рамках, я так считаю, представления интересов Ирины Владимировны уже в суде. Вот, то смотрите, есть я направляю исковое заявление. Так. А представление интересов – это поход туда, на процесс. Правильно? Представление интересов. Конечно. Так вот, представления интересов никаких не было еще. Так вот, мы определили, что все-таки в рамках первого договора было подано исковое заявление. Вы сейчас хотите в рамках устного договора подать. Вот, вы очень хитро делаете, чтобы себе эти деньги отбить. Почему вы так считаете, что я очень хитро? Ну, подождите, мы знаем, о чем мы говорим, и вы понимаете, о чем мы говорим. Да, все верно. Как скажите, пожалуйста, Вадим Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот с вами сейчас человек, вы еще не оказываете никаких услуг, с вами человек хочет расторгнуть этот устный договор. Так. Скажите, пожалуйста, вы когда 37 тысяч готовы?
готовы вернуть гражданке? Ну, можно обсудить этот момент. Не, ну сейчас против. Вот готовы. Мы обсуждаем. Что значит сейчас готовы? Я сейчас не готов их вернуть. Нет, мы готовы обсудить. Нет, мы готовы обсудить. Если Ирина Владимировна сказала, что я намерена расторгнуть, принесите мне деньги. Сейчас подождите. Значит, смотрите, вы обсудите сроки, когда вы готовы вернуть эти деньги. Я сейчас не готов сразу так сказать. Но сколько вам нужно? Неделя, две, три, месяца? В течение месяц? Недели, я думаю... В течение недели вы вернете? Просто нам не нужно, там, если понять, что завтра в не можете отдать... В течение недели я вам скажу ответ, в какие сроки я смогу... В течение недели вы скажете ответ. Нас совершенно... это не устраивает. Смотрите, а что вас устраивает? Нас устраивает, вы конкретную дату говорите. Объясню. Просто было подано заявление на вас и на ИП «Юречка». Так. Значит, по факту 159-й, мошеннические действия, 159-й статьи. Да, значит, все будет устанавливать. Скажите, вы тот, за кого себя выдаете? Совершенно верно. Можно, я понимаю, что у меня нету никаких прав, значит, ознакомиться с вашим документом. Можно вот, вот смотрите, так, какой документ, вот вы гражданки, вы заключали с ней устный договор, вы могли бы ей предоставить документ для того, чтобы она убедилась, установила вашу личность? Конечно, предоставлю. Водительское удостоверение что-либо есть? Я пешеход. Ну, какой-то документ у вас вообще никакого нет. Никакого. Вообще ничего нет с собой. Сейчас в связи с карантином все ходят с документами. Да, на самом деле, это не принципиально. Там это обязанность такой нет. Значит, смотрите, у вас какие-то же документы с собой есть в любом случае, чтобы вы могли показать, ну, вот, допустим, у вас есть портфель, да, и там какие-то документы имеются. Я больше чем уверен, вы являетесь адвокатом действующим? Нет, или юрист? Я юрист. Юрист. Вот вы осуществляете свою деятельность, вы всегда на какие-то процессы ходите? Совершенно. У вас всегда с собой паспорт? Сегодня у меня нет никаких процессов. Вообще никаких. Вот на всякий случай, когда да нет, он адвокат, не адвокат, у него не нужен. Когда ни я прихожу в процесс, у меня есть паспорт, у меня есть диплом, все, и все соответствующие. У вас какая-то по-любому есть, имеется в портфеле, как обычно, какая-то доверенность от клиента, и ваши персональные данные там указаны. Есть ноутбук. Так. И... Как вы можете, сейчас вы не можете хотеть сказать. Просто смотрите, какой у нас сейчас расклад. Нам придется сейчас вызвать сюда сотрудников полиции, да, для того, чтобы установили вашу личность. Да без проблем. Без проблем? Хорошо. Можно. Да. И вы пока обсудите, когда вы сможете вернуть деньги. Почему вы не сказали, что ваш на Манежной 1 уже давно не работает? Почему давно? С марта месяца. С марта месяца, да. Ну как, это недавно? А почему вы не об этом ничего не говорили, если мы... Сейчас возьмите, вы как заявитель, скажете, здесь писал ранее заявление на человека, значит, по факту мошеннических действий. Прошу, мы его здесь обнаружили, здесь стоим, ну вот прошу вызвать сюда участкового, кого-либо из сотрудников полиции, для того, чтобы установили его личность. Алло. Здравствуйте, я писала заявление по поводу мошенничества. Вот, сейчас, в данный момент, мы этого человека обнаружили. Можно вызвать? Я сам приехал, что значит обнаружил? Брянская. Ну, это хорошо. Обнаружили. Дело все в том, что сколько до вас пытались дозвониться и не могли. Вы трубку не брали. Почему не могли? Ну, в данном случае, скажем так, я же взял трубку. Да, вот, вот роковое стечение обстоятельств. Очень да, хорошо. Ни в коем случае не роковое. Происходило Манежная 1. Мы находимся, получается, рядом. Мы можем к отделу полиции. Мы рядом с вами, вот находимся. Если что. Брянская, 15-я. У Коминтерновского отдела. В Коминтерновском отделе. Пусть сотрудник который пришлет. Откуда меня знаете? Да, мы уже... Видел ваши ролики, да. Не секта юристов, случайно. Сейчас данным. Сазыкина Ирина Владимировна. Особенно мне понравилось, когда они пытались до вас дозвониться и договориться с вами. Да, да, да. Вообще это было люто. Это какой-то Андрей вообще... Отмороженный. А куда же те делись на Манежной 1? Хороший вопрос. Они по принципу действовали, как Алексеевского 17. Они вот один в один, прям даже договор, форма договора одна и та же. Такое ощущение, что это одни и те же лица осуществляют эту мошенническую деятельность. Я не знаю, одни и те же. Как вы с ними вообще связались? Вы, я так понимаю, наемный. А вы именно у них как работали? Ну, конечно. Я понял. Даже так. То есть не знали, чем они занимаются? На самом Почему деле. Не знали оказания юридической помощи. Я понял. Так же, как на Алексеевского, нет?
они занимались? Ну, я бы не сказал, что как на Алексеевского. Но все равно похоже. Негатив бывает. Ну, не, негатив-то бывает. Дело в том, что если этот негатив идет сплошной, постоянный, это уже негатив, не негатив, а мошеннические действия. А негатив, мы прекрасно понимаем, бывают недовольны клиенты. Там что-то, ну, где-то что-то как-то кто-то не понимает. Это нормальное явление вообще в бизнесе. Но мы не говорим про негатив вот такого рода. Мы говорим о мошеннических действиях. Потому что заявление по Манежной-1 тоже очень много людей подали. В интернете там уже, это уже после. Там очень много отзывов. Вообще, конечно. Ну, отзывы, они разные бывают. Ну, я же... Я согласен. Но дело все в том, что здесь, в конкретном случае, с Алексеевского, пишут люди, которые пострадали. Знаете, что на сегодняшний день более 100 человек признано потерпевшими по Бюро юридических услуг. Более 100 людей. И это капля в море, на самом деле. Их же тысячи, ну, вы же знаете. Я знаю, исходя из всех этих роликов, которые выходили, да, я смотрел. Их огромное количество. И звонки не прекращаются. Люди постоянно идут, идут. Звонки, звонки, звонки. Ну, очень много. Ну, мы сейчас тогда все дружно в офисе посидим. Как говорится, в ногах, правда, нет. Как раз, может быть, там до приезда сотрудника, он для чего нужен? Для того, чтобы установить вашу личность, что вот такая ситуация имеет место быть, вы дадите свои объяснения. А пока мы ожидаем, возможно, вы подговорите уже по дате с своим клиентом. Я очень на это надеюсь, потому что... То есть вы намерены на возврат, я правильно конечно, понимаю? Конечно, а дальнейшие что... как же действия? А дальнейшие действия я уже потом буду сама, наверное, решать. Гражданка с вами, значит, устный договор заключает еще в таком месте и в такое время, когда пандемия, когда в аптеке отдает 37 тысяч, я говорю, зачем, как вот ни документов, ни как вас по-настоящему, реально вы себя тот, за кого вы даете. Это же, ну, в общем, ужас. И как хорошо, что все-таки вы взяли трубку, потому что вам многократно звонили, и вы не брали. А сейчас, я так понимаю, ну, как я думаю, я уже сказал, почему именно так. Вы, конечно, скажете, что это вообще не так, и вообще я не то подумал. Вы понимаете прекрасно примерно, когда вы думаете, сейчас определение пришло, сейчас, значит, сказали, чтобы вернули материал, ну, непосредственно исковое заявление, и потом устраним. Соответственно, зачем брать трубку? Сейчас одно и то же придется повторять. Вы примерно прикинули, через сколько исковое заявление придет, и думаете, ага, значит, все, можно взять телефончик, потому что, значит, звонит, исковое заявление вернулось обратно. Ну, вполне возможно. Вот, поэтому я абсолютно, даже, видите, вы подтвердили. Значит, но вся проблема-то в чем? Я понимаю, вы хотели себе заработать, там уже тот договор, который там был заключен, все, понятно, 16 тысяч отдали, но там исковое заявление. Вы хотели полноценно отработать те деньги, которые вам заплатили. То есть заново, собственноручно, самостоятельно, то заявление исковое не корректировать, которое направили изначально. Вы его также готовили? Его не направляли исковое заявление. Подождите, что вернулось? Суд. По первому договору в данном случае были подготовлены документы судебным приставом, пенсионный фонд. А исковое заявление? Исковое заявление. Так. Я ознакомливал Ирину Владимировну в самом начале со всеми этими документами. Так, исковое заявление в том числе? Конечно. Так, вы его направили, верно? Нет, я направил документы судебным приставам и в пенсионный фонд. Ирине Владимировне я объяснил, что когда нам придут ответы, мы его подредактируем. А зачем пенсионный фонд направляли вообще? В данном случае у нас ответчик осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином. Угу. Вы же говорите, все можно в рамках процесса запросы все сделать. Зачем вы это все делали? Нет, секундочку, у нас же есть такое понимание, когда судья говорит, а вы сами это пробовали. Вот, а вы до этого говорили на улице, что в рамках процесса, я про документы, вы ознакомились с планом производства, вы сказали, да зачем нам ознакомиться, мы в рамках производства уже по делу, ну не производства, а в рамках гражданского вот этого процесса, это по кассе вы же подавали, да? Совершенно. Вот, значит, в рамках этого искового заявления вы будете истребовать. А у вас получается сейчас как-то двуполярно все действуете. Почему в одном случае вы можете так сделать, в другом случае нет. У нас в рамках, скажем, первого договора там все четко прописано, подготовка всех необходимых документов. В том числе искового заявления. Конечно. Да, так, исковое заявление вами подготовлено все-таки было. Но вами было подготовлено исковое заявление, вами было подготовлено. Вы его направили, верно? Я направил его после того, когда нам пришли ответы. Так, я понял. Но вы его направили? Конечно. А почему нельзя было это по определению устранить эти недостатки сразу? Почему? Я не говорю, что нельзя было. Ну, а почему вы так не сделали? Можно было сделать. А почему так не сделали? Ну, а тут разве принципиально, что ну, скажем да. Но это сроки. Вы же растягиваете как минимум на 2-3 месяца минимум весь нет, процесс. Послушайте. Минимум. Послушайте, одно дело, когда, скажем, нам приходят документы, мы все устраняем, мы заново подаем. В этом нет нарушений. Нет, да, мы не говорим о нарушениях. Мы говорим о том, что можно было не растягивать весь процесс на 2-3 месяца дополнительных. Алло?
Да, конечно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Викина Ирина Владимировна? Да, да, да. Вы звонили? Да. Что у вас там произошло? Ну, мы заявление писали в полицию. Да, да. Когда 6-го? Ну, на днях. Ну, на днях, на той неделе мы писали. По факту? По факту мошенничества. Мошенничество и... чего? У меня юридические услуги. Здесь этот человек, который... Показания юридических, я не понимаю, вы сейчас просто где находитесь? Мы находимся на Брянской, 15А. Ну, это понятно, квартира какая? Да нет, здесь офис. Здесь здание. Офис. Офис. Чего-чего? Офис, да, офис. Офис. Да. Офис, да? Да. А вы кем являетесь в этом офисе? Я вот здесь нахожусь, потерпевшая. Говорю, потерпевшая я здесь. В данный момент мы вызвали вас. Вы в офис пришли, что ли? Не понятно. Да, пусть здесь место, где этот человек находится. Пусть они сюда придут. Я что-то не просто ситуацию. Сейчас, я немножко... Прошу прощения. Прошу прощения, можно уточнить, как вас зовут? Сергей Викторович, старший участковый уполномоченный полиции. Просто вызов прошел, да, да, да. Дома какой-то человек. Да, Сергей Викторович. Я просто не пойму ситуацию. Вот, давайте я вам сейчас обрисую. Сергей Викторович, здравствуйте. Меня Вадим Юрьевич Серов беспокоит. Общественное движение «Дорожный контроль» и юридическая компания «Право на защиту». В общем, ситуация следующая. Ранее гражданка, которая вот заявитель, да, она сообщила о факте преступления в отношении нее по мошенническим действиям, 159-я, и заключала на договор на Манежной 1 с ИП «Юречка». Она заявление написала, но в рамках этого договора, значит, эти, во-первых, ИП этого на Манежной уже нет, нету этого лица, которое там оказывало эти услуги, но в рамках этого договора дополнительно попросили деньги, значит, юрист, как он себя назвал, Князев, прошу прощения, имя отчество. Владимир Владимирович. Вот, очень такое знаменитое имя отчество. Вот, и взял 37 тысяч рублей, значит, и пропал. Вот сейчас он, мы все-таки, значит, написали заявление, он объявился, он сейчас здесь находится, он пришел, значит, и мы хотели бы... Брянская, 15А, здесь деловой центр, значит, в жилом здании, на втором этаже кабинет 7А. Он здесь находится сейчас вместе с потерпевшей. Для чего он здесь? Для того, чтобы он действительно, сотрудник полиции опросил в рамках заявления, установил его личность, чтобы дальше мы могли уже в рамках правового поля разбираться по этому делу. Поэтому мы же не можем, как сотрудник полиции, установить его личность. А у него с собой якобы нет документов. Писали отдел полиции, значит, центральный, так как было на Манежной 1. Этот человек здесь, поэтому мы звоним Коминтерновский. Да, это понятно. Просто понимаете, вот я, женщина, Ирина Владимировна, поясняет, что мы писали заявление. Просто А мы вам еще одно сейчас дадим, у нас готовое, так что за это вообще не имеете волнения. Да, хорошо. Ну, подождите, просто мы сейчас на вызове аж в другом краю района. Сейчас подъедем. Я понял, все, ожидаем вас. Хорошо, спасибо. Тут про что мы? Ключевой момент, что вы в итоге своими действиями, точнее бездействием, понятно, что вы ничего при этом не нарушаете, мы же не говорим о том, что вы что-то нарушили. Мы говорим с точки зрения логики, значит, ну и процесса всех, которые клиенту необходимо получить максимально кратчайший сроки результат, вы же не будете осознательны. В чем задача вот как раз вот этих всех мошенников затянуть, и установка стоит при взаимодействии с юристами, затянуть и максимально вытянуть. Более того, как правило, еще желаемые результаты люди не получают. Заведомо, потому что зная, что результата там не может быть тот, о котором человеку сказали или пообещали. Вот я говорю, зачем вы на 2-3 месяца, как минимум, а может и больше, по загруженности судов, может и больше, но 2-3 месяца по-любому вы затянули. Зачем? Пока все это рассматривается, все очень быстро, верно, Вадим Юрьевич? Ну, наверное. Но я могу сказать, что Вадим сейчас такой завал. Я понимаю. Сколько будет рассматриваться, знаете, это мы, на вопрос риторический. Ни от кого, ни от вас. Ни, да, ни от кого не зависит. Но ключевой-то момент, вы же удлинили всю эту цепочку, верно? Вадим, своими бездействиями. Вадим Юрьевич, если даже эта цепочка немного, скажем, оттянула у нас времени, это же... Но это не нарушение, мы же не говорим об этом, все правильно. Ну, а в чем проблема, я же сказал. В том, что зачем? Месяц-два потеряли. Ну, нормальная практика, юрист. Когда приходит определение о каких-то там косяках, устранения, значит, что делает юрист? Он их устраняет, направляет
И все. Совершенно верно. И дело назначается на рассмотрение. В данном случае нам вернули документы, мы устраняем недостатки. Сначала прислали определение, прошло длительное время, достаточно длительное время. Месяца где-то, да? Да, прошло. Ну, так вот. За это время, возможно, уже даже мы назначили, уже говорили, знаете, о чем? О том, что судебное заседание было бы назначено. Верно? Совершенно верно. Возможно, даже бы и не обратилась гражданка бы к нам за помощью. Какой смысл был подавать административный иск, не зная всей вообще обстановки, не знакомившись с исполнительным производством, значит, и о перспективности, как, не посудиться, да за милую душу любой пойдет юрист, посудиться, как реализовать права граждан. Никакого нарушения в этом нет, человек хочет, замечательно, но человек хочет получить результат, здесь главное. Поэтому, прежде чем сказать, зарекнуться о результате, нужно как минимум обладать информацией. Угу. Информации у вас на тот момент не было, вы сами сказали, что «а зачем? Мы можем истребовать все это в суде». Правильно? А хотя до этого вы, после этого, точнее, вот здесь вы говорите о том, что «да мы просто сделали там вот приставом туда-сюда, как бы тогда и получается». Вы же могли заранее по всему сделать. Я вам не сказал. О чем? О том, что мы направляли обращение там, в пенсионный фонд, судебный. Это приставом. Было указано, нет. Это было указано в договоре, что это должны были сделать. Так мы их сделали. Так, замечательно. А, скажите, а с ответами знакомилась гражданка? Конечно, они же ей все пришли. Есть. У вас они на руках, правильно я понимаю? А, вы тогда что показывали, что да. Там, в общем, все в их действиях, что в их действиях никаких нарушений не выявлено, я так понимаю, да? Ну, якобы, угу. Да, они. А вы ходили туда к приставам знакомиться? Нет. А почему решили не ходить? Потому это же быстрее. В данном случае в суде они все равно предоставят все сведения. А зачем растянуть? Вот надо было вот это. Зачем подавать тогда? Вы месяц ждали ответы. Зачем надо было? Вы в суде же могли бы по запросу. Вы в досудебном порядке общались с судебными приставами, верно? Так вы же судитесь по их бездействию. Совершенно верно. Верно. А у вас право есть либо там подать жалобу, либо сразу в суд. Я даже в определении написал, что необходимо приложить доказательства, подтверждающие действия либо бездействия сотрудников судебных приставов. Вот. А у вас таких доказательств нет. А что для этого нужно? Ознакомиться с исполнительным производством. Верно? Да я считаю, достаточно ответа приложить. А вот ответ написано, что нарушений не было. Это не доказательство. Доказательство того, что они невиновны как раз, что все у них хорошо. Вот какое доказательство. Вот как раз их ответы и доказывают то, что за период с 2011 года в пользу Ирины Владимировны было взыскано всего лишь, так, какая там сумма, если не ошибаюсь, в районе 5000. Так, но она была взыскана. Максимум. А почему вы считаете, что эти действия незаконные? Я не говорил, что они незаконные. Но они, вы говорите, подтверждают это бездействие. Бездействие, совершенно верно. Но бездействие – это значит какое-то незаконное действие. Так вот, с чего вы взяли... С того, что судебные приставы сами пишут, что в 2000, я сейчас не готов просто по датам точно сказать, но это было очень давно и взыскано в пользу Ирины Владимировны. Но там же написано, что они взыскали, правильно? Совершенно. Какую-то сумму. А за период... Что все действия законные, так для суда этого не будет являться доказательством их незаконных действий. С того момента до настоящего времени, порядка 4 или 5 лет, если не ошибаюсь, там времени прошло. В данном случае четко у нас имеет место быть бездействие сотрудника судебного пристава. Так. Вам суд сказал устранить это, верно? Вы же не можете получить, фактически вам сказал устранить, а вы сейчас не можете ничего сделать. Устранить никак не можете. Мне нужно вот это. Вот эту бумажку вы же не приложили? Или вам достаточно было вот эту бумажку ответа приложить, значит, в суд по поводу того, что вы считаете, что они все-таки вот этот документ подтверждают бездействие? Вам достаточно было... А почему вы тогда не приложили эту бумажку там сразу, если в этом весь вопрос? Я сейчас не готов сказать, что было в приложениях к исковому заявлению. У вас же есть этот конверт? Можно посмотреть? Угу. Это вот это из суда, то, что пришло. А вот это перечень документов, которые изначально надо было приложить туда. То, что нам вернули конверт. А в пенсионном фонде вообще сказали, что? Что данными сведениями мы не распространяем. Да. Ну, персонально, вы имеете в виду распространение персональных данных? Да. Они на это сослались? Да. Но если вы же прекрасно понимаете, что они не могут третьему лицу об этом сообщить. Хорошо. Зачем вообще этот запрос был сделан? Это в рамках только процесса, как раз-таки суд может истребовать. Вот они, все те, которые возвратились. Это как раз доказывает бесполезность тех действий, которые были сделаны. Все. Причем. И более того, получается 16 тысяч, за которые, вот, которые заплатила она, я как раз считаю, что ими завладели. А вы заключали договор с гражданкой, когда на 16 тысяч? Да. А вы должны заключать на 16 тысяч, да, договор? Так вот, получается, эти 16 тысяч не отработаны, потому что вы, злоупотребляя ее доверием, завладели денежными средствами. Потому что те, значит, документы, которые вы получили ответы, доказывают, что вы даже вообще не имели на то прав
получать какие-то персональные данные по этому третьему лицу. Верно? В договоре у нас четко прописано, подготовка документов. Да. Да нет, я в курсе, да я знаю, как там Алексеевского и вот эти все жулики работают, понимаете? Так вот, как раз по такому принципу все и подстраховываются. Вы же понимаете, что вы можете быть фигурантом уголовного дела. Вы более того заключали. Так. Пенсионный фонд там четко описал, что в данном случае мы по суду вправе это затребовать. Вот все верно. Вот. А вы же юрист, вы специально должны. Вы знали? Нужно было вот этот ответ для суда предоставить, что мы самостоятельно запрашивали у пенсионного фонда, который нам не предоставил никаких сведений. Послушайте, это очевидный факт, что вам не предоставят эти данные. И даже не нужно делать запросов. Потому что у вас нет... Вы же есть юрист-адвокат, верно? Послушайте, у меня есть свои специалисты по разным категориям дел. Я вам скажу так, что вы заведомо знали... Вы же знали, какой ответ вы получите? Нет. Не знали? То есть вы надеялись, что вам дадут персональные данные совершенно постороннего человека? В данном случае нам нужно было только подтверждение. Какое? Осуществляет он уход за нетрудоспособным гражданином или нет? Да кто вам даст такой ответ... Если вы не являетесь этим лицом. Отлично. Скажите, все-таки, может, мы облегчим? Нам нужно, для чего нам нужен сотрудник полиции? Нам нужно установить вашу личность. Если вы покажете сейчас паспорт гражданки, либо водительское удостоверение. Давайте мы согласуем с вами встречу на завтра. В этом же месте и в это же время. Послушайте, есть определенная занятость. Вот у всех есть определенная занятость. Поэтому вот здесь сейчас... Если вы мне оставите свой номер телефона, я вам могу, да я могу даже Ирине Владимировне скинуть. Да тут вы не поняли. Вы не поняли. Нам очень важно установить это сейчас. Объясню, почему. Угу. Сейчас мы с вами встретились, общаемся. Что будет завтра, неизвестно. Мы с вами первый раз видимся, поэтому ни у меня к вам доверия нет, ни у вас ко мне, верно? Так. Алло? Да? Здесь дело тут в деловом центре находитесь. Да, прям вот белая входная группа, деловой центр, как заходите. Мы вошли около девушки администрации. На второй этаж, направо. Прямо на... Направо, нет, сразу же направо, на второй этаж, 7А. 7А, ага, все. Вот, так что мы сейчас быстренько все сделаем, вот, и все. Нам самое важное установить личность, а так бы мы вас бы, как бы... Я только за. Никаких проблем. Вам главное теперь договориться с гражданкой, когда вы вернете деньги. Вы сейчас можете с ним над тем поговорить? Нет, сейчас я не готов дать ответ, хотя бы до вечера. Вечером. Вы вечером сами наберете? Ну, конечно, перезвоню. Вот, очень у вас надеюсь, что вы пообещали и сделаете. Вечером, пожалуйста, созвонитесь с гражданкой и договоритесь в разумные сроки вернуть деньги. Я думаю, друг друга понимаем. Согласен. И да, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Кто? А вот гражданка. Вот ключик вы можете взять. А вот что у вас тут? Так, в двух словах. В двух словах, а вот вы можете сразу здесь написано, то, что было подано. Так, сейчас, минуточку. Так. Указан адрес, где было совершено, да? Да. Просто нам, получается, материал будет перенаправлен. Да, мы в курсе. Нам, да? Ключевой момент. Нам нужно установить личность данного гражданина. Он здесь причастен к этому всему мероприятию. Ага. Ну, соответственно, сейчас объяснение написать можете к материалу? Да вы вопросите. Сейчас мы дадим, пока мы что к чему, тут кратко изложили. Вы можете смело взять, вот оттуда все переписать, они у вас, в принципе, вот они все объяснили. Да. Ну, можете. Да. Вот здесь шапка, да, я дам вам ручку. Здравствуйте. Старший участковый уполномоченный полиции, получается, территория офиса просто находится у нас, а то, чтобы вы понимали. Зовут меня Сергей Викторович. Соответственно, по факту заявления гражданки Ирины Владимировны в рамках материала вас, соответственно, надо опросить. К материалу будет приложено объяснение, материал будет направлен по адресу происшествия. Поэтому, соответственно, место происшествия и ранее написанное заявление уже, соответственно, было. Территория обслуживания не наша, поэтому будет перенаправлено, чтобы вы понимали. Да, ну все, прекрасно, процесс понимаем. Соответственно, сейчас я, грубо сказать, дадим вам объяснение готовности. Да. Ну, там, все, кроме того, что прошу привлечь, как бы, само описание ситуации. Нюансов. Сейчас, минуточку, а то... Сейчас давай мы тоже... Давай, ты думаешь, это? Хуже. Можно опросить, может, по самому ждать. Давайте сейчас я дам бланк, сами изложите. Тут мысль. Вопрос еще такой, как вы будете устанавливать ее личность, он говорит, с собой документов никаких нет.
мы сейчас с его слов, потом пойдем в дежурную часть. А, я понял. А в ИБД приложим к материалу. И все. Соответственно, понимаете, как говорится, существует такое лицо или нет, в принципе, мы можем позвонить в дежурную часть. Да, вот нам бы... Очень важно этот момент, объяснение, и поэтому... потому что то лицо ИП Юречка, где заключался договор, вот как раз Князев, его сейчас нет, просьба на месте уже закрылся. Фамилия, отчество, может, знаете, секта юристов, Алексеевск, 18, бюро юридических, сколько же много пострадавших, вот это как бы по одной теме все работает. Вы общаетесь в этих кругах, смотрите там нас, вы видите, говорите, там смотрели все наши ролики, так вот, вы передайте всем вашим знакомым, всем вашим? Знакомым. Которые в этой сфере общаются. Раз я вы... знаете, никого не знаю. Ладно, если вдруг вам повстречаются те люди, о которых мы с вами говорим, обязательно передайте. Никто в Воронеже из них работать не будет. Я на одно место и зайду. Вадим Юрьевич. Один не считаю... работает, и другие перестанут работать. Я понимаю, о чем битые они оказались там. Оказались же битые. Вадим Юрьевич. Неравнодушные граждане проявили гражданскую позицию и немножко их помяли. Так вот, я так скажу, неравнодушные граждане все больше и больше с каждым днем. И знаете, как может получиться, что в такую контору придут, неравнодушные граждане соберутся и устроят там такое, что никому не захочется после этого вообще даже работать. Вадим Юрьевич, зачем вы мне это говорите? Потому что эта фирма, ИП Юречка, работает по той же самой системе и схеме. Вы все правильно делаете. Да. ИП Юречка я знать не знаю. Ну вы же там работали. Да, это мой руководитель. Так, а кто конкретно? Я ее видел всего лишь, ну я не знаю, может, утром и вечером. Я с ней постольку утром вечером общался. Это человек, который меня... Вы там работали, то есть ежедневно? Конечно. Так. Вы говорите, постольку. И, скажем так, в первую очередь, там не от меня это все зависит, верно? Ну, конечно. И когда я понял, о чем идет речь зависит. В этой компании, вы я юрист? Просто развелся и ушел оттуда. А, то есть вы все-таки поняли, что они недобросовестно выполняют свои обязательства? Почему? Вы мне ничего не сказали об этом. Не то, что я понял. Потому что в данном случае, когда началась пандемия, я еще был сотрудником, то есть, ну, и самоизоляция, все это. И в итоге, когда нам сказали, что все на самоизоляцию, а выйдем или нет, не знаем, я уже понимал, о чем идет речь, что все клиенты, которые, они где-то останутся. Ну, поэтому вы решили, как говорится, раз там уже не это, дайте еще 37 тысяч возьму, сейчас мы поработаем. Все уже думаете. Вот это очень весело. В марте вы уже закрылись. Вы мне вообще об этом ничего не сказали. Так да, вам в марте было уже известно, вы ничего не сказали, что фирма уже не работает. Подождите. Это мы еще с вами встречались до того, когда закрылась фирма. Как это не А какого числа, посмотрите, какого числа здесь написано, вы встречались, мы передавали деньги, мы 30 тысяч. Этот месяц какой был? Это было в апреле. Это был апрель. Да, то есть вы в апреле не сказали, они когда брали 37 тысяч, в марте их не было. Я звонила по телефону. Она туда ходила, с арендодателем общалась, они в марте еще съехали. Через этого человека я вышла. Мы же проинформировали, как нужно было поступить. Что вы закрылись в марте месяце, часа 20-го? Да не мы закрылись. Но ИП Юрьевич. Мне сказали, что мы на самоизоляции. Так вот, вы знали, что в апреле уже, когда вы брали деньги, что ИП Юречка съехала с этого места. Нет, мы не знали. У нас была самоизоляция, гражданин хочет сказать, что он допускал. Да, я понимаю. Это я понимаю. Может быть, он остался, правильно? У разбитого корыта. Да, конечно. Никаких данных телефона контактного не имеется у вас. Вы же как связывались? В договоре. Что в договоре? Там телефон имеется? А у вас вы же связывались как-то по другому телефону, не который скажем. Я связывался, но эти номера уже все недействительные, я их все поудалял. А, то есть все-таки они, видите, как съехали классно, даже номера поудалили. Связи никакой нет, да, с ними? У меня не было. Понял. Хорошо. Ну, может быть, укажете, у кого есть. Еще раз, написано... Написано собственноручно. А ни у кого нет? Верно. Номеров нет? Я ни с кем с теми коллегами. А какие еще юристы там работали? Можете координаты сказать? Может, телефончиками? Белов. Белов? Или как? Александр Сергеевич. Белов. Правильно? Да. Белов. А слушайте, есть статус адвоката, с адвокатом Белов такой. Не он без статуса адвокат, нет? Белов там не было. Написано собственноручно, запятая, верно, ваша профессия. Интересно. Имя, фамилия, имя, отчество не проверяю еще пока по базе. Надо бы это дело сделать. Стоит, может, пока проверите, что бизнес собственноручно, верно. Ваша помощь. Вячеслав Семенович. Просто я почему объясняю. В Алексеевской 17 все юристы, которые там работали, они представлялись не своими фамилиями. Имя, отчество называли свои, а фамилии всегда разные. Причем каждый раз отличались. Поэтому для нас, что представить человек другой фамилии, там уже не впервой. Mm-hmm.
Я уверен почему-то, что вы тот, за кого себя выдаете, но тем не менее, нет, лучше проверить. Ошибаетесь. Я ошибаюсь в том, что вы все-таки не тот, за кого себя выдаете? Я указал сотрудников всего, как положено. А, то есть вы все-таки не Князев или Князев? Зайцев, да. А, вы Зайцев? Да. А почему Князевы назывались? Ну, а что тут такого? Я не знаю, у нас сотрудников, если не ошибаюсь, законом об адвокатуре это не запрещено. Я же говорил. Как теперь вас зовут, скажите? Зайцев Владимир Владимирович. Зайцев. Да? Вот видите, схема-то одна и та же. Скажите, нет, пожалуйста, секундочку. А почему вы так делаете? Почему вам стыдно фамилию свою назвать? Почему? Ни в коем случае не стыдно. Вот, вот это вообще. Я в шоке, честно сказать. Я все-таки ошибался. Да, вы моим доверием, да? Я доверяю. Представляете? А с кем тогда вообще договор? Вот вы завели заблуждение, с кем она заключала устный договор даже? С вымышленной фамилией. О, в устный, вы говорите, второй договор 37 тысяч. Это 16 тысяч. Что будет подписан договор на 37 тысяч. Подождите, вы сказали, что ИП «Юречка» не работает, и мы в этом убедились. Вы сказали, что устный договор с вами лично был. Вспомните наш разговор. Это действие, вот то, что сейчас, мягко стилите. Вы действуйте как мошенник. Я в лицо это говорю вам. Ну не мошенник. Как мошенник? Действия абсолютно одинаковые. Сюда. Я на будущее говорю. Вы передай своим, что да. Всем им не работает. И вы еще и фамилию скрыли. Это все так хорошо, да? Послушайте, это то, что я просто чисто вам поверил. Вы были бы здесь с кем не... Такое существует. Зайцев не в розыске. Зайцев Владимир Владимирович? Не в розыске все. Да не в розыске понимаю, что... все. Не, понятно, что он... Все, да, чистый, существующий гражданин. Не, ну это да, просто да. Пока тебе... И адрес регистрации. Просто выяснилось, просто, чтобы вы понимали, выяснилось. Значит, Князев Владимир Владимирович. А он Зайцев. Верно, он Зайцев же, правильно он назвал фамилию? Зайцев. Фамилия... Все. Так вот, все это время гражданка думала, что он Князев. С самого начала многократно общались. Ну, это дальше в рамках материала. Посмотрите, подождите, можно... Вот это? Да, да. А там Князев. Князев нужно будет обязательно. Но нужно, во-первых, здесь уточнить сейчас в, значит, ну, в объяснении. Ранее, представлялся. Во время ранее указать. Ранее сам представлялся Князев. Да, конечно. Князев. Ранее указать в объяснениях. Укажите в объяснениях, что ранее вы представлялись Князевым Владимиром Владимировичем. Давайте я вам кофе сделаю, если проблем никакой нет, я вам сделаю. Я сейчас одну секундочку почитаю. Просто нужно, если сделаем. Уж такая песня, добавьте, да. Что ну что сделаешь. Нет, данные все совпадают. Когда действует юрист порядочный, ему нечего стесняться и стыдиться. Он называет свои все персональные данные, он заключает договор, работает, прописывает предмет договора и работает. В вашем случае действия абсолютно схожи с мошенническими действиями. Можно мягко по-разному стелить. Но есть факт. В чем я обманул Ирину Владимировну? Пока, да, слава богу, пока ни в чем, потому что вы сейчас отдадите эти деньги. Но при этом вы мне ни чека, ничего. Так как у вас уже вы никаких услуг еще не оказали. Вы знаете, о чем мы с вами ранее говорили? Что слушайте, конкретно вы сделали? Послушайте, нам вернулись документы из суда. И что? Верно? Так, все, ваша, теперь в ваших услугах никто не нуждается. На ваша задача... Я четко прописал устранить. Она вынесла сначала определение, чтобы устранили. Вы не устранили, сказали, пусть возвращают. Нет, а вместо того, нарушений нет. Вместо того, чтобы устранить, не растягивать на несколько а месяцев в чем еще. Нарушение-то? Да мы не говорим о нарушении. Мы говорим о этичности поведения вашего клиенту. Это неэтично, глупо и нелогично. Послушай, что не мы не говорим. Вы же журналист. Для оказания юридической помощи. Да, да. Это уже когда у них контора все закрылась. Это я уже понял. Ну, когда вы еще думали, что мы функционируем. Да, я только узнала, знаете, попросил 37 более того. Когда я сфотографировала то, что уже у них закрыта аренда. И, наверное, на пятом человеке я только узнала, что у них еще в марте 20 числа уже все закрыто. Об этом я вообще не знала. Так, указали, да? И дозвониться к нему я вообще не могла. Ничего, ну, за что. Как не могла, дозвонились на да, него. Теперь речь да, идет сейчас о том, что он согласен вернуть деньги. Сегодня вечером вы сказали, будете набирать, звонить, ну, значит, с Азыкиной да. И договариваться на установленные сроки. Как говорится, сроки. В рамках вы уже тут. Уже да. А мы ну, я думаю, что вам лучше прийти к общему знаменателю. Да, понятно, мне кажется, тут будет. Просто если бы Ирина Владимировна сразу сказала, верни деньги. Да я же не знала, что это такое чудо. Если бы она знала, что все как будет. Вообще великолепно. Она к вам не обращалась. Да. Я бы на вашем месте не пререкался. Да, 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 да. Вы да. Выслушайте недовольство. Мы, как сделайте выводы. Услышали. И вы будете. Допишите, все. Как говорится, да. Недовольство. В чем? Уже озвучили. И нужно постоянно одно и то же повторять.
В чем недовольство-то, я не понял? Как минимум в том, что вы называли себя, выдавали себя за другого человека. И что? Это нормально? А что? Вы меня обманываете. Ничего абсолютно. Вы деньги получали, когда уже ваше все, контора закрыта. А вы же мне деньги. Я об этом не знал, что контора закрыта. Мы находились на самоизоляции. Да, ну расскажите кому-нибудь. Вы же сказали, что вам об этом известно. Я тоже говорю, я тоже работаю. И вы мне хотите сказать, что если у меня контора закрылась, меня не оповестят, мое начальство. Вы же там работаете, вы что, же не знаете, как вы так? Во-первых, вы каждый день там работаете. Неофициально. Начнем с этого. Со мной еще даже лучше. Никто договоров не заключал. Послушайте, вообще это вопрос еще к вам и к работодателю. Как так это вообще? Не ко мне вопросы, к работодателю. Ко всем вам вопросы. Все у вас там сразу никто не работает в конторе. Все нормально, с меня взятки кладки и все хорошо. Ко мне там вообще никаких вопросов. Знаете, вот... Ладно, не буду. Все вы своевременно обо всем узнаете. Главное, вы выплатите деньги, я вам сразу говорю. Да, с вами рекомендация. Я отказываюсь. В самое ближайшее время. Спасибо вам большое. Нет, я узнала. Не все, до свидания. Как же мне не скрывать? Ну, а вы да, дальше. Я узнала. Все, до свидания. Что вы здесь были? Так, Владимир Владимирович, ну мы теперь что? Мы ожидаем перевода, правильно понимаем? Вы вечерком все, и установите сроки разумные. Да. Такие, чтобы и Сазыкину устраивало это все. Не так, как вам это придется. Я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому ничего страшного. Все, и работайте, пожалуйста, так, чтобы вашу фамилию знали. Клиенты без псевдонимов. Хорошо? Все, удачи вам. Спасибо. Я вам вижу. Больше нет. Ваш номер телефона можно? Да, конечно, я вам дам свою персональную визитку. Вот. Можете. Звонить. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Удачи. Алло, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Да, да. Вадим Юрьевич Серова беспокоит. Удобно говорить? Да, Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я по поводу Ирины Владимировны вам звоню. Просто она мне так в двух словах сказала, что у вас остается... Сейчас, минутку, еще раз. По поводу Ирины Владимировны Сазыкиной звоню. Она мне сказала, что у вас разговор на днях состоялся в тот вечер. Ну, вы поговорили. Да, да, да. Ну вот у нее такое слегка недопонимание все-таки о времени, когда вы сможете вернуть эти деньги, потому что она вам обозначила одни сроки, а вы готовы в другие сроки это сделать. Вадим Юрьевич, да, мы с ней разговаривали, и дело в том, что я попросил Ирину Владимировну, мне нужно 2 месяца, скажем так, чтобы рассчитаться с ней. Я готов отдать, я не отказываюсь, если она отказывается от работы. Ну, скажем так, в данный момент, даже в течение месяца, я не хочу обозначать сроки, если вдруг у меня что-то не получится, чтобы не выглядело это, что я ее обманул. Я понял. Давайте, может быть, смотрите, как просто вы прекрасно понимаете, как когда необходимо было вам внести деньги, значит, она нашла, изыскала, у нее тоже не было возможности, она нашла, заплатила. Значит, ну, мы понимаем, как бы входим в ваше положение, тогда вот от нас встречное предложение. Есть сумма в 37 тысяч, да, которая вы подтверждаете, что она вам заплатила. Значит, если тогда вы говорите на 2 месяца, тогда в первый месяц, может быть, одну половину заплатите, во второй месяц другую, так и менее напряжно будет для вас. Я аж подавился. Менее напряжно будет для вас, и, значит, вы сможете тем самым распределить нагрузку. Владимир Юрьевич, так я об этом с Ириной Владимировной разговаривал. То есть, в любом случае, скажем, либо частями как-то буду вносить ей, либо, ну, конечно, чтобы финансовую нагрузку распределить, мне это тоже будет удобнее, скажем так, в первую очередь. То есть, я так понимаю, то есть до конца июня вы сможете внести одну половину, а до конца следующего месяца вторую половину? Ну, конечно, какую-то часть в любом случае до конца месяца я ей внесу, и, соответственно, уже дальше от этого. Если даже завтра что-то будет, какие-то поступления, я, конечно, ей внесу, что-то отдам. Ну, нам просто понимать, для вас просто, если, допустим, вы говорите, что в течение 2 месяцев, если вы в этом месяце меньшую часть несете, то на вас в следующем месяце ляжет еще больше нагрузка. Вот я понимаю, да, я понимаю, о чем речь, но тем не менее, хотя бы, чтобы ее распределить, да. Да, то есть мы можем все-таки рассчитывать до конца месяца, что Ирина Владимировна получит половину от полной стоимости. Ну, Вадим Юрьевич, поймите меня правильно, половину, конечно, это хорошо все сказано, но если, конечно, буду располагать такой возможностью, конечно, внесу.
Скажите, ну как вы считаете, вот, это справедливо по отношению к Ирине Владимировне, когда она, вам необходимо было внести всю сумму сразу, и она нашла возможность, она заняла деньги, и тем не менее, вы понимаете, ей отдавать эти деньги нужно, значит, и как теперь вот быть? Вадим Юрьевич, может быть, вы все-таки найдете возможность? Если бы Ирина Владимировна меня заранее хотя бы в курс дела взяла, но поймите, меня поставили перед фактом. По большому счету, я намерен был дальше продолжать работать. Ну, если уж вопрос стал ребром, ну, дайте мне хотя бы какой-то временной промежуток, чтобы... Ну, вот мы как раз о нем и говорим, об этом временном промежутке. Я говорю о том, что она изыскала возможность. Может быть, и вы займете денежные средства, хотя бы часть, чтобы отдать в этом месяце ей эту половину, чтобы нагрузка у вас не пришлась на один месяц последний. Да, я понимаю, о чем идет речь. Если будет возможность, конечно, я внесу. Если даже будет возможность, я хоть всю сумму внесу. Я вас понял. Я не против. Я вас понял. Хорошо. Ну, в итоге вы обозначили срок 2 месяца, значит, когда вы реально сможете. Я понимаю, что сразу найти сейчас в нынешнее время проблематично, но тем не менее, очень хотелось бы, чтобы вы в самое ближайшее время постарались урегулировать до конца этот вопрос. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков.